Как правильно манипулировать клиентом в продажах? Способ номер 5 – взаимный обмен. Намного проще закрывать сделку, когда вы уже сделали первый шаг навстречу клиенту, когда вы что-то дали. Потому что включается встроенная команда или программа «Я, кажется, должен». Ну, то есть, это та же причина, почему иногда в магазинах дают конфетки, да? Когда вы съели эту конфетку, вы уже немножко должны магазину. Поэтому, если у вас есть возможность сделать первый шаг навстречу клиенту, особенно в сложных продажах, сделайте это обязательно. Например, вы сделали замер, расчет, просчет, несколько вариантов сметы, свели таблицу, подготовили прайс, коммерческое предложение. То есть вы в сложных продажах можете перейти на шаг ниже, не брать деньги сразу, а сделать первый шаг навстречу клиенту и создать ситуацию, когда вы напряглись ради него. Это повышает продажи по системе «ты мне, я тебе». Внедрите у себя, подумайте, как сделать и посмотрите на результат. На связи был Игорь Адашевский. Заберите ваши 30 видео по продажам бесплатно.